Здравствуйте, дорогие друзья! Вы на канале Айскида. Всем привет! Мы молодые талантливые парни Ульяновск Патруль. Теперь вы можете нас видеть и слышать на портале ulpravda.ru. И в этот прохладный осенний вечерок мы прибыли на стадион «Волга», чтобы рассказать вам и показать концерт, посвященный столетию патронного завода. Об этом патронном заводе мало что известно, но сходить на халяву на концерт рады все. Так что погнали! Погнали! Вы сегодня будете, пойдете на концерт? Возможно. Знаете, в честь чего он приурочен, событие? Ну, 100 лет патронному заводу. Знаю, потому что 100 лет патронному заводу города Ульяновска. Ну, к столетию наш завод, да? Правильно. Да, конечно, к нашему заводу, к столетию завода. К чему? Ну, какой праздник? Ну, конечно, 100 лет нашему патронному заводу. Столетию. Столетию, а вы не идете на концерт? Ну, я с внучкой, нет. Собираетесь тут на концерт? Да? Да, обязательно. Да, собираюсь. Я в этом заводе я проработал 40 лет. А вы знаете, какие гости будут приезжать на мероприятие? Да, знаю. На концерте будет группа «Фабрика», дискотека «Авария», «Сюткин». Да, «Сюткин», дискотека «Авария» и «Фабрика», по-моему, участвуют. Ну, кто? Вот певцы. Какие, не знаете? Вот на рекламу смотрим и ждем. Ну, знаю, что «Сюткин» будет. Какие? Дискотека «Авария» и «Фабрика», вроде, группа «Фабрика». Сюткин, дискотека «Авария» и «Фабрика». Дискотека «Авария», больше я не помню. Ну, судя по рекламе, дискотека «Авария». У вас? Там еще «Фабрика», по-моему, да? И ну, Сюткин. Хорошо, а вам нравятся эти исполнители? Ну, да. Да? Что вы ожидаете от этого концерта? Не знаю, что-то у нас таких мало мероприятий бывало. Масса удовольствия. Удовольствие? Не знаю. Просто жду, что оно будет сейчас, когда уже начнется. Ну, веселье там, я не знаю. Да, веселье. Не знаю. Не знаете? Вам, не, вообще в целом организация вам понравилась или нет? Вы рады, что у вас проводится такой концерт? Да. Какие настроения, какие ожидания от концерта? Хорошие. 100 лет. Прекрасно, все хорошо, ждем. Как вам, все нравится пока? Молодцы, спасибо. Что можете сказать по счет еды, как она по ценам, как по вкусу? А про шашлыки, что ли? Да. О, нет, не про шашлыки, все вкус, я хочу про патрон сказать. А расскажите, конечно, нам будет очень приятно. Я туда пришла 16 лет, я проработал 40 лет. Сейчас на пенсии, до сих пор работаю, только, конечно, не там. Ну, я благодарна. Спасибо. Они вывели что меня. Они людям создали такой праздник. Да. Спасибо. Они вывели меня это на правильно, как говорят, эту, как ее, как говорят, это, на правильную дорогу, на дорожку. Я там прожила, замуж вышла, детей нарожала. Уникального предприятия «Ульяновский патронный завод», которому исполнилось 100 лет! Снится нам трава, трава у дома, зеленая. Итак, друзья, концерт в самом разгаре, и мы сюда пришли, чтобы его оценить. И давайте начнем с оценки посещаемости. Посещаемость довольно большая, потому что кто живет за Волгой, практически все пришли на данный концерт. И я за посещаемость ставлю 4,5, довольно смело. Я поставлю оценочку 5, потому что я, наверное, даже ни разу не видел столько народу на подобных мероприятиях. Я смело ставлю 5, мне нравится тут атмосфера. И все, я ставлю 5. Ну что ж, друзья, концерт начался только минут, наверное, 10-15 назад, а народу уже яблоко упасть негде. Я хочу сказать, да, поскольку это еще, давайте помнить, что это юбилей завода, то есть это, по сути, не какой-то концерт организованный, а празднование. И поэтому я поставлю смело все 5 из 5. Реально, очень хороший концерт. Спасибо большое организаторам. Скажите, что вам снится? Молодцы!
возможности, удовольствия поздравить вас об вашем лице, всех, кто трудится под знаменами Ульяновского патронного завода с вековым юбилеем. Это ж надо! Здоровья, удачи и, конечно же, хороших новостей. А немного легкой, нерешенной, интеллигентной скрим-музыки, а также потенциального порыва к танцу, нам сегодня, конечно же, с вами не повредит. С уважением и симпатией ко всем, кто присутствует сегодня здесь, сегодня для вас, Сюткин Рок-н-ролл Бэнд, монитор вокал. Итак, друзья, концерт продолжается, а мы переходим к следующей оценке. Это расположение. Я считаю, что расположение все-таки недостаточно удачное, потому что из центра добираться очень тяжело, и ДПСники перекрыли парковочные места. Я за расположение ставлю 3. Я тоже за расположение поставлю 3. Мне было неудобно добираться, например, сюда. Да, вот заволжским людям, кто здесь живет, им, конечно, очень хорошо, даже вышел, например, из дома, вот здесь сразу находишься, можешь из окна также наблюдать все. А людям с другого берега как бы не очень комфортно сюда добираться, так что я ставлю 3. Я в корне не согласен с моими коллегами. Давайте учтем, это юбилей Ульяновского патронного завода, он находится здесь. Поэтому мне кажется вполне логично, что это мероприятие проходит здесь. Я ставлю за расположение данного мероприятия 4, и никак не меньше. И пока Валера Сюткин поет на сцене свою очередную прекрасную песню, мы пойдем дальше наслаждаться этим концертом. Поздравить с днем рождения дедушку свою, так как это делает грудь этим смелым гордом, и беда не беда, юбилейная им помогает звезда. Любите, девушки, парней с патронного, отважных лячья и молитв. Бросайте, девушки, домашних мальчика, не стоит им доить свою любовь. Итак, друзья, очередную песню Валерия Сюткина мы готовы произнести 3 оценку нашего экспертного мнения. Это доступность. Доступность данного концерта, безусловно, 5, потому что вход здесь свободный. Да, я ставлю тоже 5. Доступность. Проходят все, тусуют все, танцуют все, веселятся все, всем хорошо и нам хорошо. Отдыхаем. Ну, тут глупо, мне кажется, спорить, поскольку концерт бесплатный, доступность здесь, естественно, 5. Любой человек в любом возрасте может сюда прийти и насладиться концертом в честь юбилея Ульяновского патрульного завода. Все. Ну что ж, друзья, мы переходим к следующей оценке. А концерт в самом разгаре, дорогие друзья. И сейчас специально для вас я возьму интервью у Дианы Кавеллы, ведущей этого мероприятия. Здравствуйте, Диана. Здравствуйте, ребята. Очень хотелось бы вам задать такой вопрос. Как вам впечатление от работы ведущего на концерте такого уровня? Концерт очень высокого уровня. Работать с ведущей на таких концертах мне очень нравится. Во-первых, звезды легендарные, любимые, неподражаемые. Во-вторых, несколько тысяч дорогих ульяновцев, которые скандируют, тепло встречают. Одно удовольствие. С кем-нибудь из артистов удалось пообщаться за кулисами? Со всеми. Ой, какое счастье. А как смотрится концерт из... Что? Как смотрится концерт из самого, из сцены? И какое впечатление от аудитории? Аудитория невероятно теплая. Все, я знаю, в ожидании салюта. Совсем скоро приедет губернатор Сергей Иванович Морозов. Уверен, он приготовил великолепную приветственную речь. Со сцены мы практически не созерцаем концерт, а в гримерках атмосфера великолепная. Ой, спасибо вам большое. И последний вопрос. Еще хотелось бы принимать участие в проведении вот таких вот концертов? Я веду несколько концертов в неделю. Ой, спасибо вам большое за интервью. Здравствуйте, девочки. Кого вы сегодня ждете, кого хотите больше всех увидеть? Сюткина. Валерия Сюткина? Да. Вы хотите у него взять автограф? Да, очень. А больше дискотека «Авария Фабрика» вам не интересна? Очень интересно. Конечно. Вы хотите взять автограф у всех? Да. Как вам организация данного концерта? Очень понравилось, вообще весело. Вы хотите видеть дальше такие концерты? Конечно. Итак, мои друзья, только сегодня, только сейчас эксклюзивное интервью с Валерием Сюткиным.
Как вам наша аудитория в городе? Отлично. Отлично, а как город? Ничего не видно. Ничего не видно, да? Спасибо большое. Итак, друзья, пока поет группа «Фабрика», мы готовы оценить оценку организации. Итак, друзья, за организацию я поставлю твердую четверку. Есть, конечно, небольшие изъяны, но я думаю, это не так значительно выглядит на фоне других таких масштабных мероприятий. Предоставляю слово Денису. Я поставлю 4,5. Это прекрасный концерт. Он мне нравится. Организация на высоте. Мне все нравится, я ставлю 4,5. Друзья мои, а я опять подолью ложечку дегтя в эту бочечку меда, так сказать. Я не совсем согласен с моими коллегами. На мой взгляд, организация оставляет желать лучше. Во-первых, когда мы заходили на стадион, ну, честно, вот это было крайне дебильное решение оставить только одни ворота открыты, из-за чего толкучка большая возникла. Во-вторых, даже сам Валерий Сюткин заметил какие-то технические неполадки на самое выступление на сцене. И в-третьих, вот когда мы хотели взять интервью Валерия, что вы увидели ранее наверняка, многие люди просто пролазили через заборы, а нас с удостоверением прессы просто-напросто не пустили. Поэтому моя оценка 3. Ну что ж, друзья, мы переходим к следующей оценке. Вы ее увидите после небольших концертных ставок. Подъехала долгожданная группа «Дискотека Аварии», и весь народ любых возрастов танцует и зажигает под эту зажигательную музыку. А вы все обойдетесь. Вы долбаетесь, всегда. Итак, друзья, мы покинули данный концерт и уже готовы поставить нашу решающую финальную оценку за качество. Мы сейчас находимся на главном мосту Ульяновской области. Это президентский мост. Ну что, друзья, качество. Но я думаю, я вот для себя решил, что качество выступления артистов сегодня, ну, на довольно большом, высоком уровне было. То есть никто как бы на авось не работал. Я за качество поставлю 4,5. Я же за качество, дорогие друзья, поставлю 5. В первую очередь хочу сказать спасибо большое организаторам данного концерта. Было все очень здорово, все зажигательная музыка была, известные артисты, что еще надо. Халтуры никакой не было, передавали привет, постоянно в текстах ставили Ульяну, что очень подкупало. Я поставлю 5, мне все понравилось. Я тоже поставлю оценочку 5. Мне понравилось то, что не было никакой фанеры. Всегда так же, да, передавали приветы, всегда употребляли то, что... Сегодня столетие, день рождения у Ульяновского патронного завода. Всегда употребляю его в словах, в песен. Мне все понравилось. Также все было организовано. Мне очень все понравилось. Я ставлю 5. Итак, друзья, и вы после этого видео увидите салют, и мы уже будем с вами потихоньку прощаться.
друзья, вот концерт и подошел к концу. С вами был Ульяновск Патруль. Смотрите нас и слушайте на портале ulpravda.ru. Также подписывайтесь на группу ВКонтакте нашего спонсора Ульяновск Новости, на нашу группу ВКонтакте Ульяновск Патруль. И дальше будет жестче. Банда Дальний, вина, банда вина, Дальний, банда Дальний.